Сыну и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Павлу, Митрополиту Минскому и Засавскому, Патриаршему Экзарху всея Беларуси, с Богохранимой Паствою, Богохранимей стране нашей, властем воинства и народа и я, всего Священному Собору, Отцу Настоятелю, братья и прихожанам, жертвователям, благоукрасителям святого храма сего, всем затруждающимся, поющим, предстоящим и молящимся, и всем почтившим праздник сей, подашь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое воскрешение, и сохрани, и